Ну что ж, ребята, всем снова привет, с вами снова Entropia Production. Всем, кто ж кушает под мои видосы, желаю приятного аппетита, кушайте много, кушайте вкусно, набирайтесь витамин и не болейте ни в коем случае, ребят. Это очень важно в наше непростое время. Так, вот, все-таки я добрался своими культяпками до видосов там, где я открываю оранжевые карты, но поскольку много видосов уже зафейлилось, я не смог их обработать. Ребятушки, пришлось показать вам лишь 5 открытий именно этих карт. Также я доработал этот весь контент, еще добавил сюда кучу мародеров. Сейчас расскажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мародеров. Лут, конечно, с них бедняцкий совершенно. Плюс можно хорошенечко отхватить пендали от людей, которые будут крыть этих мародеров. Так что если будете вы их крыть, я бы не советовал вам сильно там напрягаться с этими мародерами. Лут в них такой простецкий, легче М-ку все-таки купить и собрать ее по собственному желанию. Если хотите, конечно, я, ребята, сделаю вам свои сборочки на оружие. Плюс мне много сборок посоветовали ребята именно уже на моих стримах. Все, кто смотрел, я думаю, там могут разобраться с этим. Но если кому-то все-таки будет интересно, я могу сделать эти все сборки от самых дешевых до самых дорогих. Плюс скоро выйдет, наверное, видосик, там, где я буду соло унижать китайцев. Потому что этого контента море, я решил полностью почистить всю свою картотеку по видосам. Для того, чтобы писать исключительно новые видео, чтобы вам было интересно. Также я не буду заморачиваться с превьюшками, типа, сделал одну красивую и все, и с этого хватит. Не, ребят, я всегда буду стараться делать разные превьюшки, чтобы это вам не надоело. Я надеюсь, вы это оцените. Так вот. Также еще очень много людей мне пишут, что хотят со мной поиграть, хотят, чтобы я добавлял их в друзья. Ребят, пожалуйста, заходите в Discord, пишите, общайтесь со мной, пожалуйста. То есть я не всегда могу со всеми поиграть, вас каждым днем становится все больше и больше. И что не может не радовать. Но я все равно буду стараться играть со всеми своими подписчиками, которые будут заходить в Discord. Не факт, я не могу этого обещать, потому что я один, у вас уже достаточно много, ребят. И все равно спасибо за то, что вы меня смотрите, за то, что вы комментируете мои видосы, за то, что вы ставите лайки. Вон даже на одном из видосов YouTube меня показал 20 тысяч раз, и у меня видос набрал 2000 просмотров. Ребят, спасибо, это благодаря вам. Это и есть само развитие канала новых блогеров. Большое вам спасибо еще раз. Я не задолбаюсь это никогда говорить, поскольку вы действительно помогаете мне развивать этот контент. Также спасибо хейтерам за то, что меня стрим снайпят. Да, вы меня просаживаете по кэшу, пацаны. Но это все равно не помешает мне ни в коем случае делать более интересные и качественные видосы. Это я вам гарантирую. Поскольку меня больше всего мотивируют лайки, комментарии, а также просмотры видео хотя бы до середины. То есть хотя бы половинку видео. Плюс я еще там в некоторых видео буду вставлять разные приколдесы, типа, давай я открою. Вот убил русского челика и готов ему вернуть лут. Так что, ребята, я думаю, это будет интересно. То есть русским челикам я готов отдавать лут, это вообще не проблема, потому что я обычно играю на сервере Сия, я стараюсь убивать исключительно китайцев. Ну, именно в самой игре, вы не думайте там, что я какой-то серийный убийца и все в этом роде. Не, просто в игре фанимся, отдыхаем, класс. И также еще раз всем спасибо, видеоролик получился у меня аж почти в 13 минут. Тайм-коды я ставить не буду, но по частям, наверное, все-таки разобью. Прямо сейчас этим займусь, сейчас просто озвучиваю это все дело. Также я надеюсь, всем нравится то, что я все-таки немножечко подкорректировал свой голос, я его немножечко распел, он у меня уже более звонкий, не такой грубый, как обычно. Также достаточно четко и ясно уже выражаюсь. Еще раз, ребята, повторюсь в третий раз, всех благодарю, буквально всех, кто оставляет комментарии и ставит лайки под моими видосами. Это просто бешеное продвижение. Благодарочка вам, ребят. Также насчет стримов я решил немножечко переработаться, то есть я стримить буду с субботы на воскресенье, чтобы всем было удобно. В среду я буду просто играть без раздачи, наверное.
Если у меня опять будет забитый инвентарь, наверное, все-таки устроим какую-то раздачу. И постараемся открыть новую рубрику. Шипчат меня не пропустил, потому что он требует платную премиум подписку и все такое. Но в будущем, я думаю, мы сможем это все сделать, купить и без рандомайзера, типа в чате, без высера в чате это все делать. Так, чтобы было все красиво, адекватно. Короче говоря, ребят, стараюсь ради вас. Приятного просмотра. Я надеюсь, этот видосик вам зашел. Он достаточно, ну, интересный, познавательный получился, поскольку это все-таки открытие 5 оранжевых карт, плюс еще мародер. Также на канале есть открытие 10 черно-золотых. Открытие 10 черно-золотых карт. Оно, конечно, не набирает столько просмотров, сколько я планировал, но оно по факту есть. Ребята, вы можете его найти у меня на канале и также его посмотреть. В крайнем случае, если у меня все-таки получится, я с этим делом разберусь, я вот ставлю прямо сейчас ссылочку в описании. Точнее, даже не в описании под этим видео, а именно вот всплывающее окошко. Где-то там нужно появиться. Все, приятного просмотра, ребята. Я пошел пилить дальше видосик. Я надеюсь, всем зайдет.